В школу по прописке. Министерство юстиции утвердило новый порядок зачисления первоклашек. Теперь все будет подчинено территориальному принципу. Заявку в учебное заведение можно подать не позднее 31 мая или уже после 15 июня. К ней нужно приложить документ, подтверждающий место жительства ребенка или одного из родителей. Выбирать можно будет несколько школ, и в первую очередь будут зачислять детей, которые проживают рядом с этим учебным заведением, причем до 1 июня. Если места останутся, будут брать остальных. Также школьное руководство может провести жеребьевку. Нововведение уже вступит в действие уже с завтрашнего дня.